Еще только вся страна проводила старый год и с радостью встретила новый. Еще окна красноцветными огнями сияли гирлянды, а в небе всеми цветами радуги сверкали праздничные салюты. В далеком сибирском городе Н наступило время Ч.
феерическое продолжение ярким и талантливым выступлением необходим не менее успешный конферанс. Сейчас зазвучат фанфары, и на этой сцене появятся самые креативные ведущие, чтобы поздравить всех женщин с праздником. Странно, на кастинг было заявлено 6 детей, трое взрослых, девушка с пуделем и двое ветеранов из клуба «Оптимист». Может быть, кто-нибудь из зрительного зала хочет попробовать себя в роли ведущего? Вот, например, 15 ряд, 11 место. Нет? Никак? Не хотите? Жаль. Очень жаль. Дяденька, подождите! Можно я попробую? Сейчас только поднимусь на сцену. Ты уверена, что у тебя получится? Да вы не сомневайтесь. Не будем терять время. Пока зрители смотрят концерт, мы обговорим условия конкурса. Дети, продолжайте. Согласен. Тогда начнем!
Идя по дороге, он сегодня устал. Он весь вечер сегодня микрофон кричал. Он завел толпу, он кричал «Го-го!». Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки? Ну где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Thank you.
месть, на душе светло. Мамочка родная, как с тобой тепло. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровой мамочка была. Жизнь мне подарила мамочка моя, больше всех на свете я люблю себя. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, и меня за все. Мамочка, прости, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все. Мамочка, прости. Аплодисменты!
Thank you.
это как? Смотри, сейчас мы, дети, сделаем настоящий челлендж. В нашем шоу-руме будет трэш. Мы все словим хайп, а зрители будут свайпить то вправо, то влево, шизами и стримить все, что здесь увидят. Боюсь, что не все человечество сможет это понять. Может, все-таки на родном русском? Спросим зал. Кто за? Похлопайте! Ладно, продолжим на нашем родном. Говори мне, рожденный малыш, я боюсь приходить в этот мир. Сколько здесь неприветливых, злых, глаз колючих, усмешек чужих. Я замерзну, я тут заблужусь, я промокну под сильным дождем. Ну кому я тихонько прижмусь, с кем оставшись побуду вдвоем? Отвечал ему тихо Господь: не печалься, малыш, не грусти, ангел добрый, он будет с тобой, пока будешь мужать и расти. Первый зуб будет он тебя нежить, качать, наклонись колыбельно петь, будет крепко груди прижимать, будет бережно крыльями греть. Первый зуб, первый шаг в виде твой, и ладошкой слезинки стирать, а в болезни, склонясь над тобой, жар губами со лба убирать. И когда начинаем взрослеть, ты дорогу отыщешь свою, ангел во след будет лишь смотреть, повторяя молитву свою. Как же ангела имя? Скажи, как его между тысяч узнать? Это вообще не важно, малыш, мамой ангела будешь ты звать. Thank you.
Наши мечты, паруса.
Пригласили в кукольный театр. И они посмотрели постановку так, как будто бы им по 5-6 лет. Это в таком фантазийном варианте такая возможность. Я бы своим любимым дамам подарил экскурсию в Северный Шрот. Я считаю, что лучшее поздравление нашим женщинам – это купить всем своим родственникам, братьям, сестрам, мамам, всем женщинам билеты на концерт Дворца творчества «Мамина счастье». Поясни. Быть смелым, заботливым, мужественным, чтобы уметь защитить свою семью и родину, как мой прадедушка. Прямо в точку. А какой праздник будет отмечать вся страна? 75 лет победы? Правильно. И в честь ушедших героев и тех, кто живет среди нас, посвящаются эти музыкальные номера. Прекрасно.
гривой ходит очаги, разбивает верховое, ребята, не впервой, там поить коней казанских и чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Шашком видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживает движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Держать он был бы рад, но поймав сердитый взгляд, на рысью с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взор небо устал, ударит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Берлинской мостовой снова едет верховой, на любовь свою девчине распевает так. Хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине повстречал казак. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.
Здесь птицы не погибли, деревня не растут, и только мы плечо к плечу вырастаем землю тут. Конечно же, в детях.
ездите, а бабушке это счастье, этого внука. Я думаю, что другого счастья просто-напросто женщине до сих пор не дано. Мамино счастье – это когда твои дети, просыпаясь, говорят тебе «доброе утро». Когда они здоровы, сыты, устроены. А мамино счастье, конечно, это для меня прежде всего моя мамочка, моя милая, хорошая, добрая мамочка, которая, дай Бог ей здоровья, живет и заботится о всех нас, о детях, о внуках, о правнуках и праправнуках. Мамино счастье – это смотреть, как твои дети выступают на этом концерте, как они растут и развиваются, наблюдать за успехами своих детей. Мамино счастье – улыбка младенца, что все 9 месяцев носила под сердцем. Первый зубок и первый шажок с детского садика, первый дружок. Мамино счастье – это блеск в глазах наших детей. Мамино счастье – это уютный дом, где царят любовь и нежность. И куда ребенок, сколько бы ему ни было лет, может вернуться, и он будет уверен, что там ждет самое надежное в мире плечо. Яркое солнце, чистое небо, окружение верных друзей. В этом, наверное, и есть мамино счастье. Черкает ты.
что файда, чтобы было им наполнено лайта, чтобы было куча да-да-да-дала, чтобы было рецепт мама-мама-мала. Мы живем один на здесь и сейчас, мы живем один, и все это про нас, чтобы делать мир добрее в нем всех людей, что рядом и вокруг нас. Мы живем в этом мире, что приговор вам за твой дом. Живем в этом мире, что было, что вспомнит потом. Живем в этом мире, чтобы сияла любовь, любовь. Вы
Thank you.
Мы хотели, чтобы вы сегодня улыбались и радовались, чтобы ваше счастье было бесконечным. Давай, показывай. Да вот же он. Где? Вот, каждая женщина. Мама, бабушка, девушка. Все они талантливы, потому что приносят счастье, любовь и заботу. И как здорово, что когда мы вместе, мы становимся счастливее. С праздником!